А следующая новость вряд ли порадует большую часть автовладельцев. В Саратове вновь стали эвакуировать неправильно припаркованные автомобили. Увозить машины уже начали с улиц Заводского, Ленинского и Волжского районов. С центральной части города автомобили доставляют на штрафстоянку, расположенную в Глебочевом овраге. Напомним, последние две недели в Саратове не работала ни одна фирма по эвакуации автомобилей. Связано это с тем, что затянулись сроки конкурсного отбора. Итоги подвели лишь в начале текущего месяца. Специальная комиссия выбрала 5 фирм победителей. Но договоры с этими организациями так и не были заключены. 22 июня УФАС по Саратовской области признал обоснованным жалобы 2 организаций на результаты конкурса по эвакуации автомобилей. Эти компании восстановили свои полномочия и теперь продолжат забирать неправильно припаркованные автомобили с улиц нашего города.